Всем доброго дня! И сегодняшняя наша медитация будет посвящена тому, чтобы представить свои корни, укорениться и лучше чувствовать себя на своей же земле. Представьте, дорогие мои друзья, что вы стоите на зеленой-зеленой полянке. Ветер шевелит ваши волосы. Вам легко и спокойно дышится. Вы чувствуете ароматы цветов, а ваши ноги плотно стоят босиком на зеленой траве. Поставьте свои ноги в положение такое, чтобы вы чувствовали пол. Сядьте поудобнее и поставьте свои ступни на пол. Хорошо. Теперь прочувствуйте, как будто вы наполняетесь энергией земли. Представьте, что через ваши ступни вверх тянется прекрасная энергия, тягучая, очень жизненная и активная земли матушки. И она поднимается вверх через ваши ступни, через ваши голени, через ваши бедра, заполняет все внутренние органы, заполняет вашу грудь, плечи, руки, до самых пальчиков идет. Также она плавно перемещается в шею, в голову, в лицо, и даже волосы заполняет эта живительная, активная и питающая вас энергия. Замечательно. А теперь представьте, что через ваше темечко опускается мощный, золотой, теплый луч активной мужской энергии, который наполняет вас через голову, также опускается вниз, заполняет все клеточки вашего лица, волосы, плечи, руки, внутренние органы, шею, бедра, через ножки, через ваши бедра, коленочки, икры, спускается вашим ступням и уходит мощным потоком в землю. Вот так мы с вами и живем на этих двух прекрасных живительных потоках, потоках земли и потоках солнечной энергии. И сейчас, когда вы находитесь в полной гармонии, представьте, что из ваших ступней в разные стороны начинают расти мощные корни. Представьте, что корни углубляются вниз, в самое ядро земли, глубже, глубже, еще глубже. Хорошо. Представьте, что ваши корни растут вперед, назад, влево и вправо, и уходят на многие километры. И так из ваших ног растет огромная, мощная корневая система. И именно эта мощная корневая система помогает вам прочно стоять на этой земле, пользоваться всеми благами, которые приготовила для вас именно Матушка Земля. На вас светит солнце, и вы благодаря именно этому живы и двигаетесь, и наполнены энергией. И эти корни становятся все более мощными, все более живыми, сочными. По ним идут соки. И вы чувствуете эту пульсацию внутри вашего тела. Эти корни, их наличие, их здоровый вид помогают вам прочувствовать устойчивость, свою устойчивость на этой земле, свою способность к перемещению, к передвижению, к тому, что вы выбрали единственно правильный путь в своей жизни. И вы чувствуете мощную поддержку. Ваши корни – это в том числе и ваш род, ваши корни, ваши деды и прадеды, которые всегда незримо присутствуют в вашем поле, хотите вы этого или нет. Так пускай же все самое лучшее, что приготовил ваш род, передается именно вам. Ваши корни заботятся о вас,
Ваши корни дают вам питание, дают вам надежную защиту и способствуют вашему продвижению в карьере, в вашей личной жизни, способствуют продвижению вас как здоровой, счастливой личности. Природа сама знает, когда поливать эти корни, когда присыпать и припушить их немножко снежком, чтобы вы отдохнули, снова набрали сил и, питаясь через ваши корни, снова и снова двигались вперед. Иногда вам хочется побежать, иногда вам хочется отдохнуть. Начинайте чувствовать свое состояние, начинайте пускать корни везде. Делайте это, не стесняясь, глубже, шире. Ведь любой бизнес требует расширения. Любые знания требуют укоренения и уверенности в своих позициях. И чем прочнее и увереннее вы стоите на своих ногах, тем больше материальных благ, признания, уважения и любви вы получаете от окружающего мира. Ведь вы осознали, что такое гармония. На этом наша медитация подходит к концу. Вы можете еще немножко посидеть так. И когда я скажу вам три, вы проснетесь, откроете глаза, ощутите себя в этой реальности. Пока я вам говорю один, вы постепенно начинаете приходить в себя, осознавать себя в этой реальности. Теперь я говорю вам два. Вы уже можете пошевелить кончиками пальцев, рук и ног. И теперь, когда я скажу вам три, вы проснетесь, откроете глаза и будете бодры и уверены в себе и наполнены силой ваших корней. Всего вам доброго!